Жители Дербента протестировали на наличие антител коронавирусной инфекции. Тестирование организовали в Магальной части города. Это самый густонаселенный район Дербента, поэтому работа в этом направлении была начата именно здесь. Экспресс-тесты позволяют узнать результат в течение 2 минут. Эта акция бесплатная. Эти анализы нам направлены меценатом Керимом Сулейманом Абусаидовичем. Данные мероприятия будут продолжаться. Они очень эффективные, которые определяют в течение 2 минут наличие или отсутствие антител G и M к этому вирусу. Будем определять, сколько у нас людей переболело, как говорится, бессимптомно, а сколько людей еще находится в острой фазе. В это же время волонтеры проводят на Магалах разъяснительную работу, а сотрудники горсервиса начали дезинфекцию старинных кварталов. Участие в процедуре приняли глава Дербента Хизри Абакаров и главный санитарный врач республики Николай Павлов. Николай Павлов прошелся по улицам Дербента, отметив, что большинство горожан соблюдает режим самоизоляции. В данной ситуации очень важно соблюдать ряд моментов, самых как бы элементарных правил. Мы должны с вами в обязательном порядке носить маски. И маски мы еще будем носить долго, потому что инфекция пришла, инфекция очень сложно уходит. Вот, процесс довольно длительный, поэтому мы должны войти в привычку нам в данный момент. Мы должны выработать культуру ношения масок. Пройдя по городу с Хизри Магомедовичем, я увидел, что режим изоляции действительно поддерживается. Работают только торговля, которая осуществляет реализацию продуктов питания, иные объекты все закрыты. Люди выглядывают из домов, выходят, конечно, они видят мэра города, который проходит, который проводит сам лично разъяснительную работу. Все делается для горожан, для граждан. Главное, чтобы они нас услышали, главное, чтобы они нас поняли, и главное, чтобы они это исполняли в ежедневном режиме. Также ведется санитарная обработка городских пространств. Она продлится несколько дней. При проведении работ специалисты применяют дезинфицирующие средства, которые в помощь городу прислала Северная Осетия, Алания.